торжество единоцелое и нераздельное. Вот эти два оставшиеся места. На чрево, то есть на живот. Тем самым знаменуем о своих внутренних органов. На правое и на левое. Причем мы вспоминаем распятие при вождении Иисуса Христа. Сокровище благит и жизни подателю. Приди, селися мы, не очищены от всяких оскверны. И спаси, блаже души наша. Вот эта тропиночка сделана для того, чтобы мы аккуратно заходили, чтобы никто не подскользнулся.